Мистер Вупер? Конечно же, конечно. Эй, братва, а сегодня я вам хочу порекомендовать группу Blow Edits. В этой группе вы можете, пацаки, заказать эдит, но помимо этого здесь могут оценить ваш эдит. Также, если у вас нет капусточки шоп, заказать себе эдит, вы можете воспользоваться бесплатными уроками, которые сливаются на стеночке. Также тут, пацаки, есть гайды по монтажу. В общем, группа очень интересная, научит вас монтировать просто, блять, в один клик. Так что, братва, ссылочка есть в описании, заходи, братик, и тебе здесь понравится. Эй, здорово всем кэцики, с вами я, Влад Гантеля. И, пацики, это не просто простая машинка, которую я просто нашел. Это та тачка, которой нету в мультиплеере. Вообще. Ну, по крайней мере, на Аризоне, вот сколько я уже играю. Что ты, не раш на Аризоне, ебать, давай играй со мной вместе, братик. Тут, короче, все красиво, все классно. Опишники в описании, при регистрации можешь вести мой ник Гантелашер. И на жестом уровне промокодик Чикимони. За все, братик, ты получишь нормально капусты, почти лимон. Так что, пользуйся, загляни в описание, все есть. Сколько я играю на Аризоне, такой машины я не видел нигде. И сколько спрашивал у пациков, никто такой тачки не видел. Давайте же посмотрим, что это за машина. Все вы ее помните в одиночной игре, но почему же ее нет в мультиплеере? По крайней мере, на серверах Аризоны. Посмотрим на реакцию игроков на эту машинку. И вообще, я надеюсь, меня за эту машину не забанят, потому что... Ну, вы сейчас сами все увидите, пацаки. Владик Павлов, я все к тебе еду, ты что, гонишь? Мороженое везу, братанчик. И самое интересное, пацаки, это музыка в этой машинке. Она, блядь, тебе прям как намекает, то есть все мороженка, братик, я вот все типа еду, ты что, орешь, ебать. В общем, пацаки, вы поняли, что... Завали ебало, да? Вы поняли, что это за машина, и на серверах вы ее, не... ну, нигде не видели. Она не продается, ну, блядь, короче, реально, пацаки, ее нету нигде. И давайте сейчас, типа, не просто так будем кататься, а заедем на самые людные места на сервере Аризонка Чандлер, ебать, айпешник в описании, нахуй. И посмотрим реакцию людей просто на эту машину. Просто будет тупо Даша, ну, они будут видеть муники, такие, о, Антеля, привет. А на тачку им будет похуй. Ну, или, возможно, некоторые будут такие, ого, что это за хуй у тебя там, сука, на тачке висит, ты видел, ладосик? И первое место, это по-любому я хочу заехать, вернее, проехать возле центрального рынка и посмотреть, как же там люди отреагируют на вот эту тачечку. Музычку включаем. Так вот, типа, фух, и подъехал просто, типа. Как-то отреагируют люди вообще, чи не? Вот, ты куда садишься, сука? Давайте ближе чуть подъедем. Не, ну вот это по-пидоронски, сука, по-пидоронски. Что делаешь, нахуй, чмэ, сука? Что, охуешь вообще, блядь? Короче, как-то люди тут, в принципе, на эту тачку не реагируют. Тем более, у меня она сейчас, типа, розового цвета. Еще и с таким, тупо, набалдажником сверху, блядь. Ха-ха-ха. Ну, вообще, пацаки, как-то на центральном рынке там все заняты настолько сильно продажей, настолько там сильно всеми вот этими приколами. О, полицмен, здравствуйте. Как вы оцените вот эту вот машинку? Либи сюда. Ого, ебать, это движение, ну тут как обычно, ебанешься. Чего? А музычка тебе вот такая как, братик? А, гантеля, ёпта. Ну, блядь, да, но сразу, как он только он увидел эту тачку, ебать. Как тебе тачка? Нормальная? Охуенная. Ну все, я к тёлкам. Писька гонит на крыше, да ладно. Давай, ты работай, мусорской, братанчик, давай. А я поехал, короче, к тёлочкам тусить, ебать, на такой тачечке. Ну все, в принципе, да, мы видим, что... Ну, по крайней мере, один кендик уже охуел с этой тачки. Но я бы тоже, пацаки, если я вот так бы просто, типа... Да, блядь, завали пизду, сука. Если бы я так бы просто, ну, играл бы на сервере и видел бы кента на такой тачке, я бы тоже бы снял видео на такой, типа, ого, что это за машина? Ну, и уже я такую не видел. Вот, пацаки, я подъезжаю к банку. Тут у нас никого нету, ебать. Заебись, нахуй, где вы сиделись? Давайте еще заедем, пацаки, на спаун. И посмотрим, как там отреагируют тупо кентики, вот эти первые уровни, вот эти кэцики, братики, которые только зашли в игру, и их встречают тупо, прикиньте, вот такой писюн, ебать. Как они отреагируют на это? Бля, она еще не едет нихуя, хоть и спорт режим, ебать, но не тулит, малая. Та, сука. Опа, вот все, тут пацан ваш это стоит, это на... Ух ты, пидор, блин. Что делаешь, нахуй? С музычкой заезжаем, пацаны. Привет всем. Что вы вообще, как у вас делишки? Пошел нахуй. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Можно мороженое все, братик, говорит. Я тебе такое мороженое дам, ты что, ты прихуешь этого мороженого. Ну, в общем, блядь, что так, сука, как-то никто так вот бурно не реагирует. Вот, тут все еще какие-то пожары, о, все. Мусор тоже с писюна прихуелся. Три, пропускай, ебать бы, сейчас нахуй забрызгай писюном, блядь. Писюна пропускаю вперед, пацаки. Предлагаю, пацаки, еще раз залететь вот так вот бочиной, сука, в столб, ебать. Ха-ха.
Ну, вообще хотел залететь бочком в угол, вот так вот сюда. Пизда, сука, что-то вообще никто не реагирует на эту тачку. Пацаки, я надеюсь, вам она, сука, нравится, и вы нормально с ней орете, ебать. Все, пацаки, последние пару мест, я предлагаю заехать еще. Вот сюда, вот, все вы понимаете, что это за место. Ой, сейчас, чтоб не заплатить. Тихонько, быстро, быстро, это чтоб не хочу платить, сука, за въезд, долбоеб, уйди нахуй. Опа, гантелька заезжает. Пацаны, продаю, ебать. Кто-то будет покупать, интересно? Та-та-ра-т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 а. Все, братики бегут, ебать. Пацаки, продам, ебать. Ого, нихуя себе ты чила, говорит, ебать. Пацаки, продам. За сколько? За 150 кака. Пацаки, 150 миллионов, ебать, продаю вот эту вот тачку. Не понял сейчас. А ты пойми, ебать, пацаки, 150 миллионов. Ну, бля, ну такую тачку можно было бы купить за 150 миллионов, ебать. Ну, это типа, ну, реально очень сильная машинка. Возьму за 10к. Она одна на сервере, эта машина, сука. 150 миллионов, ебать. ТТ, сука, Twin Turbo, вы купаете? Она одна, пацаки. Ого, ебать, я тут весь, сука, центральный, этот, сука, автомагазин собрал, ебать. И такие, ого, нихуя себе писюн, сука, тут приехал, какой важный, ебать. Нормальный хуй, пацаны? Нормальный хуй? Охуенный, охуенный, ебать. Братва. И также я вас спрашиваю, как вам такая тачка. Хуй нормальная, чине, ебать. Все, спасибо за просмотр. Я надеюсь, ты уже, братик, лайк поставил. Ну, это просто было развлекательное видео. Просто я уверен, что вот такой машины ты никогда не видел именно в мультиплеере. Ну, на каком-то проекте, на Аризонке, допустим. На Чандле, там, где я играю, айпишник в описании, этой машины не было. И я надеюсь, сегодня я порадовал пол сервера вот такой вот машинкой. Так что, братики, лайк поставьте, и будет чики-мони. На каналчик подпишитесь, все ссылочки есть в описании. Связь, пацаны.